как я встречал Новый год. Новый год в 12 часов приходил, а я в это время всегда уже спал. Прошло столько новых годов, а я ни одного не видел. И мама, и тетя Вера встречали его, а я спал. Я всегда засыпал перед Новым годом, а просыпался утром, и мама мне дарила подарки и говорила: «Ну вот, Новый год». Но я-то знал, что он ночью был, а сейчас его нету. Я спрашивал маму: «Ты его встретила?» Мама мне говорила: «Встретила». «И ты его видела?» Мама смеялась: «Конечно, видела». «И папа видел, и тетя Вера». Так мне обидно было. Я представлял себе Новый год в большой шапке-ушанке и в валенках, как на новогодней открытке. В 12 часов он стучится в дверь, и все его встречают, все обнимаются, с ним хлопают по плечу Новый год и говорят: «Наконец-то приехал!» Он вытаскивает из мешка подарки, все дарит кому что надо и говорит: «Я спешу, меня ждут в других квартирах». Все провожают его до угла, потом возвращаются и идут спать. Так я представлял себе Новый год. Как старался я не заснуть в Новый год. И каждый раз засыпал, где попало. А просыпался всегда в кровати. И рядом были подарки. Мой брат раньше меня встретил Новый год, несмотря на то, что он младше меня. Он вот что сделал. Чтоб не заснуть, он залез под стол. Сначала он там, конечно, заснул, а когда все сели за стол, стало шумно, он моментально проснулся. И вы знаете, что он сказал мне? Он мне сказал: «Его не было». «Как так не было?» – сказал я. «Очень просто». «А ты там не спал под столом?» – спросил я. «Вот еще», – говорит Котька, – «бой часов был, это верно, а Нового года не было. Как только все стали кричать: „С Новым годом!“, я вылез». «Кого же тогда вы встречали?» «Новый год», — говорит Котька. «Как же так вы его встречали? Разве так в жизни бывает? Если ты, например, меня встречаешь, то ты видишь, что ты меня встречаешь. А то как же ты меня встречаешь, если ты меня не встречаешь?» «Сам увидишь», — говорит Котька, — «на будущий год увидишь. Никакого там Нового года не будет. Бой часов будет, а Нового года не будет». «Наверное, ты спал под столом», — говорю, — «и сквозь сон слышал бой часов, а Нового года не видел». «Я не спал», — говорит Котька. «Значит, спал, — говорю, — раз не видел». «Ты сам спал, — говорит Котька». «Да я-то спал, — говорю, — но ты тоже спал, только я спал в кровати, а ты под столом. Лучше бы ты уж спал в кровати». «Я не спал, — говорит Котька». «Почему же тогда ты его не видел?» «Его не было, — говорит Котька». «Ты просто спал, — говорю, — вот и все». На этом наш спор закончился. Он обиделся и ушел. И хотя он на меня обиделся, все равно я думал, что он там спал и не видел Нового года с подарками. Вот так я себе представлял Новый год, когда был совсем еще маленький.